такая у нас пурга в Латвии. Еду в Лепу на ралли Лепа 2014, второй этап чемпионата Европы по ралли. У меня скорость порядка 80 км в час, абсолютная метель и пурга. Очень плохо видно, машину постоянно мотает по дороге. Тем не менее, сейчас я снимаю это все на камеру и безрассудно, конечно, с одной стороны, но отчасти лишь. И второй рукой рулю, то бишь левой. Надеюсь, всем все понравится и хороших выходных. Всем пока.